«Стройсельхозторги» – товары для отдыха и кемпинга в розницу по оптовым ценам. Шатер от 1120 рублей, качель от 2950 рублей, палатка от 728 рублей, столы, стулья, скамейки, мангалы и многое другое. Заурали опять 45, пора погоду менять. С кондиционерами от «Климат» 45. Монтаж всего за 5500 рублей. И «Климат» под контролем. «Климат» 45. Родионова 62. Телефон 606-777. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Насонова. Хорошая погода от «Стройсельхозторга». Разнообразные товары для отдыха и кемпинга. Качели, шатры, мангалы, столы и другая дачная мебель. «Стройсельхозторг» мы сделаем ваш отдых комфортным. В компании «Климат-45» прекрасный выбор кондиционеров на любой вкус и бюджет. Надежные японские, стильные кондиционеры «Картины», эксклюзив из Австралии, а также сплит-системы эконом-класса. Профессиональный монтаж всего за 5500 рублей. Компания «Климат-45», телефон 606-777 и «Климат под контролем». А теперь о прогнозе синоптиков. Антициклон, образовавшийся над Уралом, в субботу притормозит облачные поля атмосферного фронта. Так что наступающий день пройдет без осадков, а показания термометров на несколько градусов превысят уровень климатической нормы. В Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске без осадков. Температура днем плюс 28-31. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-15. Днем в Кургане без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, температура воздуха плюс 28-30. Атмосферное давление существенно меняться не будет. 6 июля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!